Сыктывкарские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже двух велосипедов во дворе дома 194 по улице Морозова. По версии следствия, в период времени с 9 до 11 часов утра в первом подъезде вор перекусил противоугонные тросики и забрал два велосипеда – «Форвард» и «Мерида». Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей. Мужчину зафиксировала камера уличного видеонаблюдения возле места кражи. Приметы подозреваемого – на вид 35-40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темно-синюю матерчатую куртку с капюшоном, темно-коричневые брюки, черные ботинки, на голове черная бейсболка. При себе имел черный рюкзак. Также носил очки с прямоугольными линзами. Всем, кому что-либо известно о нем или его местонахождении, уголовный розыск просит звонить по телефонам, указанным на экране.